Здравствуйте, с вами канал Максимадзе, и я играю в игру Game Miner 2. Короче, что мы сегодня делать будем? Продолжаем проходить Expeditions на легком уровне сложности. И что у нас идет дальше? Какие задания? Флут. Посмотрим, что это такое. Погнали. Что-то там шахтеры, что-то там трицелпс, троблы даун, ин майн, бля. Что-то там внизу в шахте, блин. Что-то там флут. Я не знаю, что такое флут. Сохранить пимпы. А, я понял, что такое. Я понял, что такое пимп. Это насос, по-моему. В этой игре это вроде бы связано про насос. Да, вот. Пимп это вот это. Это вот эта штука, которая воду откачивает. Посмотрим, что сделать нам здесь надо. Ага, здесь надо откачать воду. Откачать 1100 кл воды. Третье задание это заработать $150, и второе пока нам неизвестно. Так, вот вода, которую надо откачать. Под водой здоровье тратится быстрее. Ну, пока нам мы не можем откачивать воду, потому что у нас нет насоса, его надо покупать. Ты один, кто умеет плавать, он говорит нам. Я что-то там, блин, я не шарю в английском до конца. Что это за штучки? 12. А, кварц. Хорош, хорошо. Так, еще там есть наверху. Господи, да что ж такое? Сейчас опять придется тратить здоровье, проплывая под водой. Ладно, давайте посмотрим, что на правой стороне тогда. Ну, во-первых, лифт еще один. Уголечек есть. Сверху тоже есть. Но мы собрали мало совсем. Этого нам не хватит, чтобы купить несколько насосов. Давайте. У нас бутерброд есть? Есть. Один. Так, здоровье в норме. Здоровье в норме, в смысле. Посмотрим, что дальше. Я, конечно, вряд ли заработаю $150 за раз. За раз-то точно не заработаю, но за несколько раз можно заработать. Ого! Хорош! Поехали назад. Пора это все сдавать в магазин. Рич, вот этот бонус, это, короче, очень полезная штука. Посмотрим, сколько нам сейчас дадут. $114. Короче, во-первых, сэндвич. Во-вторых, насос. Пару штучек дайте мне. И лестницу.
Да, мы потеряли все деньги, к сожалению. Кстати, вот интересно, вот если... А чтобы вот это задание выполнить, мне надо именно, чтобы в счетчике, вот, чтобы именно в счетчике, ну, камера загораживает, наверное. Вот здесь вот в инвентаре слева показываются денежки. Вот сейчас у меня их 4. Надо, чтобы именно там было 150, или надо просто, чтобы всего заработано было 150. Вот немножко непонятно на самом деле. О, уголечек. Дайте сюда его. Ой, и еще один есть. Ну, уголечек это слишком дешево. Надо побольше. Давайте приступим к откачке воды. Вода откачивается уже. К сожалению, через некоторое время он ломается, поэтому надо покупать несколько таких. Видите, индикатор звездочки наполняется по-быстренькому. Мы уже много откачали-то на самом деле. Давайте-ка, надо поспать, мне кажется. Интересное задание, вот только непонятно, какое второе. До сих пор непонятно. Так, здоровьишко восстановили. Давайте сбудем товар в магазине. И давайте еще одну возьмем. Пригодится, может, еще. Так, идем направо. Мне кажется, где-то еще. Где-то мы должны найти шахтера, который должен нам дать задание. Ого, уголька-то тут сколько. Так, ну собираем уголек. Куда возьми уголек? Ты чё? Там сверху есть еще один. Да ладно, пока не будем брать его. Лестницу подрадим только. Тут же есть еще. Ага. Огонь, огонь, тут огонь. Ага, теперь мы знаем, второе задание. Нужно потушить пожар. А чтобы это сделать, нам надо... Вот здесь можно просто взять и прокопать проход. Второе задание мы сделали. И это великолепно. Если я не ошибаюсь, то если эту воду откачивать тоже, то индикатор будет пополняться тоже. Ну ладно, давайте уголек тут возьмем тоже. Че он там один? Пылиться будет. А, там не один даже. И не два. Так, где мы были, а где не были? Копаем туда. Блин, тут камушек. Опа-на! Тут тоннель какой-то же еще есть. Так, сейчас. Ничего себе, мы тут не были. Ладно, давайте по-быстренькому покопаем тут угля. И пойдем назад. Здоровье тратить нельзя, потому что у нас нету вообще этого. Бутербродов нет больше. Инвентарь full. Так, ну все, поехали назад. Внизу тоже что-то есть, но мы туда пока не пойдем. И на лестнице что-то еще есть. Но надо сначала пойти в магазин и сбыть
Сокровище. И купить что-нибудь там полезное. Нет, это надо, чтобы полностью, это надо, чтобы в счетчике вот в этом было 150. Тогда это задание будет засчитываться. Купаем еще один. Эх, жалко. Ну ладно, ладно, надо хотя бы выполнить первое задание. Тогда, может, этого и хватит. Здесь больше нет воды. А, нет, все. Продолжить деньги копить или дальше пойдем? Да давайте дальше пойдем. Ну нафиг, короче. Деньги эти собирать, блин. Вулканик. По-моему, мы в демо-версии это проходили. А может и не проходили, не знаю. Честно говоря, не помню. Найти 20 штук этих фиолетовых. Ой-ой-ой-ой, обвалится сейчас все, да? Твою мать! Все разваливается нафиг. Вот этих 20 вот этих фиолетовых штук надо собрать. Кстати, не такие уж и плохие деньги дает. Вау! Обалдеть. Нам денег сейчас много дадут. Да блин, сейчас опять обрушится, что ли, что-нибудь. Там какое-то сокровище было непонятное. Блин, зачем я тут лестницу поставил, а? Вот жалко, лестницу нельзя взять и переставить. Ладно, 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 ладно. Давайте копать дальше. А у нас бутерброд есть? Есть один. А, блин. Так, вот. Там было бы неплохо собрать один. Так, может, там проход будет, раз там лестница есть. Ну да. Есть проход здесь. Ай, блин. Что все падает-то нафиг? О, может, за эту штуку дадут куча денег. Два всего. Да вот эта штука фиолетовая дает больше нафиг. Нафиг нам эти камушки нужны, непонятно. Так, все, пора возвращаться назад. Лестниц уже маловато.
Так, куда дальше? Туда? Какие сложные задания, а? Так, во-первых, сюда. Во-вторых, вот сюда. Добро пожаловать, говорят нам. О, какие бабки дает эта штука, ни хрена. Беру раз, два, три. Нет, раз, три, я сказал. Можно увеличить кирку, но, в принципе, я думаю, что это... Табличка нам вообще нахрен не нужна, бесполезная вещь. Обалдеть, сколько денег-то у нас. Это же вообще офигеть просто. Давайте еще штучки возьмем. Думаю, трех сэндвичей нам пока хватит. Ну все, больше ничего нам не надо. Не, лестницы я, наверное, еще наберу. Можно вдруг пригодятся. Ну и все, больше не надо, наверное. Так, мы слева не были, давайте туда. Да блин, что все ломается-то? Ничего себе обрыв там. Туда не надо, походу. Так, ну, мне кажется, мы уже сейчас выиграем, потому что все вроде бы уже. А, и где звук выигрыша? Ну ладно. Айсмен. Ну давайте посмотрим, что такое Айсмен, блин. А, господи, напугал меня. Подлагал звук, господи ты, боже мой, блин. Короче говоря, внизу в шахте один человек замерз. Надо прийти на помощь к нему. Мостики продаются сегодня у нас. Бутерброды, динамиты и так далее. Короче, что нас требуют? Найти один топорик. Там внизу холодно. И энергия будет тратиться быстрее. Окей. Вот эти штуки, наверное, надо бы собирать. Может, потом купить что-то надо будет. Вот я вроде бы помню, где топорик находится. Вот только не до конца помню. Но зашибись, еще и тратится это. Я забыл, сколько эта штука дает денег. Но нам по-любому надо сейчас будет купить бутерброды. Давайте прямо сейчас сходим и это сделаем. Потому что ну нафиг оставаться там. Не люблю ночь, конечно, но тут пофигу, ночь или день. На самом-то деле, это не GTA. Блин, вот почему здесь вода, а? Что, нормальную шахту сделать не могли? Не могли, обязательно с водой надо было. Сколько тут всего, а? Ого! Тут динамит, говорят, нужен. Но у нас его нет.
А мы не можем просто... А, я помню, тут динамит нужен. Тут мы без динамита не пройдем. Ладно, походу придется копать наши сокровища. Вот эти. Нифига, здоровье на глазах улетает под водой. Еще и холодно здесь. Стоп, бутерброд срочно. Давай же быстрее копай, ну что такое, а? На, вон там наверху еще есть. Ну, можно там проход. А, нет, не получится. Тут камни. Ну, давайте динамит купим. Но, по-моему, но насколько я помню, тут надо не один динамит купить. Раз, два, три, как минимум, надо его. Насколько я помню, там реально несколько штук надо. Ладно, мы это сделаем, я думаю, сейчас. Сейчас бомбанет как... Так. Еще динамит нужен, да, это точно. Твою мать! Я что-то не заметил, что там падает еще один. Там вроде бы надо, но там надо бы вроде еще один динамит взорвать. Но я не уверен. Так, взрываем нафиг. Ой-ой-ой-ой, пожар, 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 я горю, я горю. Я горю нафиг. И динамита больше у меня нет. Так, если я сейчас не смогу подняться, то это будет пипец полный. Да не, смогу. Какие задания сложные-то пошли? А это легкий уровень сложности. И представляю, что будет на медиум. Капец, нам ни на один динамит не хватит. Столько. Не-не-не-не-не, это задание надо пройти, это надо все выполнить.
Надо посмотреть, где можно накопать еще таких штук. Накопать-то можно, вот только лестницы у меня нет. Придется лестницы покупать. Без них никуда. А может там есть что-нибудь? Да не, нифига там нету. Все только там. Пять штук всего. Как-то плохо задание у нас это пошло, блин. Реально плохо что-то в этот раз все у нас пошло. Денег не хватает ни на что. Ну зашибись. Ну и чё, и как? Серьезно, я не имел никакого понятия, что там камни еще есть. Ну ладно, может этих хватит на что-нибудь потомку взять. А, этот камушек я не возьму. А может, а хотя может и возьму. Ну-ка, надо попробовать. Не, я его не под... Не, я не подхвачу этот камушек. Никаким образом. Да, что-то не везет с этим заданием нам. Ну, на динамит хотя бы хватает. Четыре лестницы всего, ну ладно, надеюсь, больше динамита нам не понадобится. Один понадобится, больше не надо, надеюсь. Так, как мы туда пробирались? А, можно же не ходить под воду, можно же просто сюда пролезть. Давай, взрывай нафиг! Наконец-то, наконец-то, господи! Наконец-то мы прошли это долбанное задание, блин. Того смороженного, видимо, топором будем отколачивать, собственно говоря. Ладно, на этом на сегодня все. 30 минут мы сегодня с вами уложились. С вас, лайк, господи, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал. Также еще появился канал с удаленными видосами. Если вы потеряли какие-то видео, то можете найти их там. Всем пока.